Всех приветствую на своем канале. Сейчас я вам покажу свои растения. Все с ними хорошо, барсик не съел их. Сейчас пойдем с вами посмотрим, где он. Вот лимончик растет. Сейчас еще вам покажу лимончик. Вот такой вот уже большой лимон. Сантиметра, наверное, где-то уже 3. Ну, или 4 уже, где-то вот так вот, 3-4 сантиметра. Это еще пока 2 сантиметра. Это который уронил он у меня, барсик. Когда я пришла, у меня валялся здесь цветок. Ну, тоже вот отошел листик, вышел третий. Сейчас я вам покажу что-то интересненькое. Немножко вам мягких игрушек покажу из Магнит. Это мы купили на электронные. Тут еще должен быть один перец, но мы его подарили уже. И ананас тоже подарили. Так, дальше. Вот такое вот солнышко-сидушка. Не помню, показывала вам или нет. Тоже хорошо на ней сидеть. Ребенку на стульчик взяла, а то неудобно. Хотя у нее есть там связанная, я вязала специально накидку. Ну, купила вот такое вот еще ей. Смотрите, какое длинное. До самой кровати достает. Гусеницу такую сегодня купила. За 745 рублей. Вот такая вот длинная гусеница. А купила я ее, знаете, для чего? Вот, чтобы ребенку здесь зимой подкладывать. Потому что у нас лежала вот такая вот тут уже гусеница. Вот ее хвост был, по-моему. Да, вот ее хвост был. Там мы рисовали глаза с ребенком. Она у нас уже старенькая. Вот мы рисовали глаза здесь гусеницы. И я наконец-то нашла такое, что можно ей положить, потому что сейчас зимой здесь будет очень холодно от стенки, от стены. Поэтому это как раз гусеница. Вот я вам сейчас покажу. Вот она как раз все закрывает. И то, что где она спит как раз. Вот так вот. Удобно. Ну, это видно, подкладка такая под дверь, можно положить ее. Или вот тоже от стенки положить, чтобы не дуло ребенку. Ну и не холодно, чтобы она так положит ручку, будет спать себе спокойно. Я не буду переживать, что там она замерзнет от стенки, а то вечно что-то подкладываешь туда. Ну, вот так вот. Вот такая вот длинная гусеница. Ну, сейчас пойдем с вами посмотрим, где наш котик. Что он там делает. Он что-то сегодня немножко приболел у нас. Сейчас пойдем его посмотрим. Вот он лежит. Он обычно не реагирует. Вот когда он болеет, он себя, видимо, не очень хорошо чувствует. Поэтому лежит. Ну, я не трогаю его сейчас. Думаю, пусть он отдыхает тогда. Либо что-то переел, то ли что, не знаю я. Ну, будем наблюдать его дальше. Так что сегодня у нас с барсиком юмор не получится. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.